Всем большой привет, всем здравствуйте. С вами на связи Екатерина Вяткина. Сегодня я хотела с вами поговорить на тему компании Essence и показать, что у меня есть, чем я пользуюсь из этой продукции, и рассказать, что я стала партнером компании Essence. Вот, ну, прежде всего, у меня есть такая папочка с пробниками. Здесь и мужская линейка, и женская линеечка. Вот синенькие – это мужская линейка, а остальное – женские. Это линейка классических ароматов. Есть еще нишевые ароматы. То, что у меня есть, конечно, это мой самый любимый аромат. Аналог моего любимого аромата. Живанши «Ангел и демон». Флакончики Essence выглядят в такой вот стилистике. Они все одинаковые. Классическая линейка. И сейчас покажу другую тоже классическую линейку. У них уже упаковочка отличается. Вот. У меня сейчас в использовании два аромата. Точнее, три аромата от Essence. Конечно, это 144-й направление аромата Живанши «Ангел и демон». Секрет. Если я пользуюсь оригинальным ароматом, старт у него такой более легкий, такой нежный, свежий. Но когда база раскрывается, то вот здесь это и есть база. Здесь 20% идет эссенции масляной. Говорят, когда парфюм качественный и действительно там есть аромамасла, то он как брызги шампанского, пузырьки будут долго играть. Ну да. Пользуюсь, я не знаю уже какой это флакончик, пользуюсь на постоянной основе. Этот аромат у меня идет как праздник. Куда-то я выхожу, либо для уверенности в каких-то моментах, либо для поднятия настроения бывает, использую этот аромат оригинальный, да. А на повседневной основе я пользуюсь вот этим ароматом 144 от Essence. И мне нравится. Дальше. Еще есть у меня аромат 114. Этот аромат в стилистике Gucci Rush. Вот, тоже мне понравился этот аромат. И его хочется, ну, для разнообразия какого-то, да, носить, надевать. Очень приятный, нежный аромат. И летом можно пользоваться, и зимой, и, в общем, на круглый год, как бы, он, в принципе, подходит. Кто не любит, ну, как бы, тяжелые ароматы, да. И еще последняя новинка моя была из компании Essence, покупка, точнее, и она же новинка, это линейка, другая классическая линейка, и упаковка выглядит следующим образом. То есть отличаются, да, флакончики. Вот, это номер у меня 183, я заказывала тогда набор целый, и это аромат Джульетта Хасаган, направление этого аромата. И я заказывала на рандеву пробники, чтобы сравнить аромат, да, я брала аромабокс, там ароматы чистоты, вот, и была Джульетта в том числе, нравится мне так побулькать их. И когда я нанесла на запястье оригинальный аромат Джульетта, да, и аромат тоже брендовый от Essence, но номер 183, и когда Джульетта раскрылась, две одинаковые базы, и по стойкости то же самое, девчонки, но разница здесь 7 с лишним тысяч, и здесь 2200, да, то есть меня просто удивило. Дальше вам расскажу. А, кстати, вот, еще помадка у меня есть от Essence. Она у меня сейчас на губах. Мне нравится этот флакончик. Розово-нюдовый такой оттенок. Это у меня цвет 02. Сводчик тоже могу вам на руке показать. Цвет в одно касание. Понравилось. Ну, все, девчонки, хочу дальше вам поделиться, рассказать, как, что у меня сложилось с этой компанией. Совершенно неожиданно и
как-то все само собой так сложилось. И раз я пользуюсь сама этой парфюмерией, я рассказываю своим подружкам, девчонкам, знакомым, что мне вот понравилось, я для себя нашла ароматы. Но у нас город небольшой, наш город, да, и всего два парфюмерно-косметических магазина. Это Магнит Косметик и Парфюм Лидер. И цены там на ароматы, как бы, не скажешь, что очень такие вот бюджетные, а качество было бы хорошим. Вот, и я говорила девчонкам, что вот я пользуюсь таким вот ароматом, что мне очень нравится. И периодически у меня девчонки стали заказывать эти ароматы. Вот. И так получилось, что я до этого не рассматривала все возможности компании Essence, что здесь можно реально заработать денежку. Пускай пока на первоначальных этапах я, ну, продавала там по подружкам, да, что это небольшая денежка, но она есть. И ни в одной сетевой компании я не зарабатывала на первоначальных этапах как бы сразу же, да. Да и вообще больше каких-то таких вот бонусов у меня не было. В основном я пользовалась сама продукцией сетевых, я имею в виду, и за скидку потом обналичивала. Но скидка тоже была, ну, небольшой, так скажем. Вот. А потом я посмотрела, посчитала. Девчонки спрашивают. Я обратилась к той девчонке, под которую я зарегистрировалась. Вот, и спросила про маркетинг-план, как выплачивают, как здесь можно заработать еще, что вот у меня спрашивают девчонки про флакончики духов. И она мне рассказала, как можно заработать. И меня это заинтересовало очень сильно. И принцип работы, как девчонки работают в компании, да, нет никакого спама. Нет вот какой-то навязчивости, надоедливости. Я просто рассказала и получила заказ. Просто, просто легко и просто, девчонки. Для меня это, ну, было шок. Сколько у меня опыта в сетевых, сколько я пробовала, ничего у меня не получалось. Тут я просто рассказала, и стали появляться заказы. Вот. Хотя я продавать вообще не умею, это вообще не мое, но оно как-то само собой получается. Вот. И, ну, мне это интересно, конечно, не только продажа ароматов. Продажа – это быстрые деньги ты можешь получить. Для меня всегда интересно было построение своей команды, получать общение, заряд энергии какой-то, да, быть среди единомышленниц, среди таких же девчонок обычных, которые стремятся к чему-то, что-то их интересует, да, чего-то достичь они хотят. Не просто вот как все работа, либо, ну, я в декрете, да, сейчас нахожусь еще, но скоро тоже на работу буду выходить. И на неделю работа там, пятидневка, да, в пятницу куда-то в гости или к нам в гости, сидеть там пиво на диване пить, как говорится, да. Ну, хотя я не выпиваю, но в основном все вот так вот, да, в пятницу куда-то идут, тусоваться там, гости, не гости, суббота, воскресенье уже какие-то домашние дела делают, вот. И меня никогда не привлекало вот это. Мне хотелось, да, чего-то большего, и я искала себя, так можно сказать, да. Канал вот завела, рассказывать и делиться с вами своими какими-то опытом, тем же, как, например, я похудела, да, сейчас, правда, опять набрала, но я все равно в этом направлении работаю. Ну, в общем, девчонки, если вы поняли мою мысль, конечно, я не искусственник, там, оратор какой-то, простой человек, но я хочу сказать о том, что меня всегда привлекало, и мне хотелось иметь какое-то хобби, которое не только бы удовлетворение приносило, да, интерес, общение, но также и какую-то копеечку приносить в дом. И самоутверждение, что ли, какое-то, да, для себя я хотела. И при этом развитие, чтобы не стоять на месте, что-то изучать. А я люблю новое изучать и потом рассказывать об этом. Тоже люблю делиться, книжки читать.
Сейчас там по психологии читаю книжки. Вот. И когда мне моя наставник, ну, девчонка, под которой я зарегистрировалась, объяснила этот маркетинг-план, что нужно делать, я подумала, что почему бы и нет. Это то же самое, как вот девчонки стараются, например, тортики дома пекут, да, кто-то маникюром занимается. Я тоже, кстати, маникюром занималась. И реснички наращивала в первом декрете. Тоже у меня такой опыт был. Что еще, например, ну, всякие бенто-тортики тоже, да, пекут. Кто-то вяжет или вышивает, или шьет на дому тоже, девчонки. И заняться духами – это то же самое, получается, то же самое. И мне понравилось. Я как-то по-другому взглянула на эту компанию, думала, что тут здесь только одна парфюмерия, и как бы, ну, чем тут можно сделать товарооборот в компании, какие деньги вообще тут можно заработать. Ну, купила ты флакончик этот духов и пользуешься там 2 месяца им, да? Ты же не будешь каждый месяц покупать. Мы же их не пьем, эти духи, да? И что еще хочу, девчонки, с вами поделиться. Вот на первоначальных этапах, да, я просто рассказала, и мне позвонила моя знакомая и сказала: «Катя, я тоже хочу такие духи, и вообще как бы для себя пользоваться, девчонкам на работе показывать складчину, как бы заказывать, потому что там есть акция, 5 флакончиков берешь, 6-й в подарок». Говорит: «Я покажу девчонкам, мы в складчину соберем этот заказ, и мне будет подарочек». Я сказала: «Ну, пожалуйста». Есть еще другие акции. И так у меня появился первый мой партнер в компании Essence. И это так здорово, девчонки, вообще, когда вот начинает что-то получаться, и я хочу с вами этим тоже поделиться и пригласить в свою команду. И сейчас я тоже прохожу обучение новичка, школа новичка есть в Essence, и там все очень подробно, очень пошагово, просто разжевано. И все методы, которыми работает Essence, они мне так откликнулись. Это никакой не спам, ничего не нужно втюхивать, предлагать, купи да купи этот флакон духов у меня, что я хочу на тебе заработать. Это все не так. Это все не так, как вот в других компаниях, в которых я была, в сетевых, да. Здесь все иначе. И, девчат, хочу с вами поделиться, пусть своим небольшим, но опытом, и я увидела сразу реальные деньги, реальную прибыль, которую я получила. Это даже не за месяц, это случилось вот буквально недавно, в начале августа, сейчас вот какое сегодня, 7 августа, и я уже заработала, представляете? Принесла копеечку в дом, как говорится. И хочу, чтобы и у других девчонок, у мамочек в декрете, потому что я сама декретница, я понимаю, что это такое в декрете сидеть. И когда ты даже детям на вкусняшки уже можешь заработать реально, и это такое хобби, которое не только удовольствие приносит, и оно красивое, да, хобби, и ароматное, и вкусное, но то хобби, которое приносит тебе еще и доход. Мы же все хотим, чтобы это удовлетворяло нас, чтобы и доход какой-то был, и положительные эмоции, да. Я сначала стеснялась, думаю, ну что я буду там это. Ну это же не что-то плохое я делаю людям, да, а я наоборот только позитив, доброту приношу. Если буду рекомендовать своим друзьям, подругам, и вам в том числе, девчонки, вы мои тоже подруги, виртуальные, качественный продукт. Я же не сигареты какие-то там продаю или запрещенные вещества, хотя и это даже делают, да? Кто-то еще этим занимается, так скажем. В общем, вот, сначала я стеснялась, а потом подумала, да мне это приятно. И это проходит легко и просто. Я просто папку оставила у сестры на работе. Получила заказ. Вот. То есть меня стали вообще даже просто узнавать.
Я очень хочу, чтобы у вас тоже это все получилось. Оставлю ссылку под своим видео. Будут, конечно, обзорчики на продукцию Essence. И дальше мои какие-то видео с похудением, влоговые видео, пустые баночки, покупки. Это все, конечно, остается на моем канале в том числе. Вот, и с мысли на мысль перескакиваю. Оставляю вам ссылочку под этим видео. Переходите, регистрируйтесь. Регистрация бесплатная. Из минусов я нашла только то, что доставка платная. Вот, ну, то, что ты как бы зарабатываешь уже, меня это привлекает, зарабатываешь с первых дней. А еще сейчас в конце видео я прикреплю из личного кабинета, вот что у меня получилось за неделю, так скажем, моей работы. Ну, это было, говорю, я не люблю продавать, я не умею это делать, но это происходит само собой. И то, что у меня уже получилось, хочу тоже показать вам наглядно из личного кабинета Essence, что у меня уже получилось. В общем, вот, девчонки, если у вас что-то не получилось, зарегистрироваться вы захотели и не получилось, пишите мне, я оставлю свой WhatsApp под видео тоже, и ссылочки все сейчас постепенно буду прикреплять на канале и на своих страничках в соцсетях. Оставлю ссылку на соцсети. Добавляйтесь в друзья, будем дружить. И это, наверное, все, ну, как бы все, что я хотела вам сейчас рассказать. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока! Хорошего настроения! Вот, девчонки, хочу вам показать, что у меня получилось работать в компании Essence, ну, за неделю примерно. Я продала 3 флакончика духов. Вот личный оборот 34 балла. Вот. И с продажи флакончиков, 3 флакончиков духов у меня получилось 1800. Плюс мне начислен кэшбэк 675 рублей. И плюс я пригласила девочку в свою команду. Она тоже продала, ну, сделала товарооборот, да, и текущая комиссия, вот здесь написано, 279.30, вот, и общий мой доход за неделю получился 2754 рубля, вот, но здесь не только продажи имеется в виду, да, что нужно делать продажи, а в том числе и можно и личное потребление, но оно, говорю, эти продажи, они легко сами собой как-то проходит, потому что я показала продукцию, чем сама пользуюсь, что духи качественные, шлейфовые, их снова перезаказывают, снова и снова, снова и снова, и рекомендуют другим. Поэтому я сама говорю, не люблю продавать и не умею этого делать, но это само собой происходит. Поэтому, девчонки, вот такой результат у меня получился за неделю. И мамочки в декрете, кто, кому нужен необходимый дополнительный доход, приглашаю вас в свою команду. Я вообще загорелась вот этим хобби, потому что, говорю, ну это так легко происходит. Девчонки сами спрашивают, сами как-то сарафан на радио работая, да, ну через эти продажи. Ты из продаж имеешь быстрый доход, да, который нам нужен мамочкам в декрете. Ну и плюс то, что я вот команду начала строить, мне, конечно, больше интересно строить команду и рассказывать девчонкам, что есть вот такая вот возможность уже сразу получать прибыль, а не когда-то потом, да, через сколько-то там, когда-то в будущем, а уже здесь и сейчас ты видишь этот заработок, и здесь настолько прозрачно вот этот маркетинг-план, что ты его, ну, я сразу поняла, да. Так что вот, девчонки, пишите свои комментарии, делитесь видео с кем-то, ну, с друзьями, да, имею в виду. И подписывайтесь на канал, жду вас всех на своем YouTube-канале. Всем пока, до новых встреч!